Браво! Бис! Григорий, давай это, следующий номер досмотрим и уйдем. Че, зубы рухнул, что ли? Че? Че, уйдем-то? Куда уйдем-то? Ты че? Мне нужно по Москве прогуляться. Я обещал жене из Москвы сюрприз привезти. Какой сюрприз, Вась? Так, если ты домой приедешь трезвую, это будет лучший сюрприз от тебя. У меня этот сюрприз никогда не получался. Вася, привези ей открытку какую-нибудь из Москвы, вот и будет тебе сюрприз. Не, она просила шубу. Вот она просила шубу, а ты открытку привезешь, вот и будет сюрприз. И конфеты еще. Слушай, ну она просила шубу. Ну приедешь, скажешь, зашел в шубный магазин. Шубы вот перед тобой прямо кончились. Вот женщина залезла без очереди, вот последнюю шубу забрала. Остались только открытки. Вот ты ей открытку и привез. И конфеты. Какие конфеты-то? Ты что думаешь, мы я по дороге домой же закусывать-то не будем, что ли? Какие конфеты? Слушай, я не могу без шубы приехать домой. Потому что она целых 3 дня мерки с себя снимала и рисовала. Вот тут вот все в миллиметрах у меня. Итак. Если я по этим меркам шубу не коплю, меня убьет она. Деньги у тебя есть на шубу? Нет, денег нет. Вот, денег нет у него. Вот и все, и привези открытку. Так, что получается, если денег нет, надо какую-то открытку с изображением Москвы тогда, что ли, привезти? Вася, лучшая открытка с изображением Москвы — это открытка с изображением Хабаровска, на которой это 5000 рублей написано. Вот это лучшая открытка будет для нее. Она таких открыток не видала. Вот ты нас смешил, конечно. У нас такая открытка только в деревне у председателя есть. Ну и все, и разговор закончен. Так где я возьму такую открытку-то? Ну привези другую открытку. У меня есть вон открытка, последняя осталась. С изображением Большого театра, вон она. И последняя осталась. Григорий, нам на эту открытку еще неделю в Москве жить, ты че? Ну и все тогда. Слушай, ну знаешь что? Я тогда это, лучше трезвым приеду. Вот это будет сюрприз для твоих. Давай смотреть «Веселый вечер». Давай.